Всем привет. Из меня повар и кондитер, как из моей бабки-балерины. Бабушки. Хоть я и отучилась, мы там практику почти не проходили. Да и работал я на чем? На блинцах. Я помощником работал. Я считаю, что там и не работал. Но сам себе помогал немного. Это, что хотел сказать. Пытаюсь печь эти. С картофелем и тушенкой чебуречкой, короче. Тесто ничего не добавлял, ни сахар, ни соль. Мука, 2 яйца и вода. Муки 2 килограмма. Вот столько теста. Сейчас. А это я достал варенье. Это, как его? Черный смородник. Вот. Я, может быть, еще какие-нибудь типа пирогов или что-нибудь сделать с черной смородиной. Вот если кончится, там картофель. Это картошка с тушенкой. Может быть, принакрыть тесто или как? А то засыхать будет. У меня, правда, пакеты такие. Больше ничего нет. Но они чистые. Я пока что принакрою, чтобы не засыхало, потому что ведь за них не приготовишь тоже. Ну да. Тут перчик попадает с тушенки. Черный перец обычно. Горошка. Лавровый лист, слава богу, нету. Я не умею готовить никакие там чебуреки. Не знаю, как у меня, короче, чувство получится вообще. Чего я там сгандоблю? Ну ты зачем ногтями прям-то? А они не соединяются, потому что они потом разъединяются. Их надо так прям вот скреначить, так склеить. Чтоб прям вот... Сейчас тот посмотрим, сейчас. Вот все, что осталось от пельменей. На паузу пока хочешь поставить. Да ладно. Как есть, не. Сейчас я чай вижу, тут что, вода? Вот я как картошку. Вот это бы, некогда мне было, короче, чистить картошку, я уже тесто заметила, начинку не подготовила. Вот. Вот это вот спасибо осталось, картошка быстрого приготовления, дешевая тушенка, которая это, в этом, в пятерочке, по 19 рублей. Вот это вот. Зачем показывать? Ты уж миллиард тысяч раз ее показывал. Вот. Но она вкусная. В кавычках. Сразу говорю, готовлю как есть, и не знаю, что у меня получится. Так что я не выпендрюсь, что там какой-то суперповар. Я там супер не повар, короче. Да что ты все это? Ты возьми ты нормальную железную-то. Все. Какой-то этой фигней, а ей только этот плов мешать. Нужна нормальная, та железная. Сейчас. Какой-то фигней этой. Я переживаю первый раз в жизни. Только масло тратишь, готовлю. Как по мне. А что, не получится, ты думаешь? Да не знаю, жесткий, наверное, будет, я не знаю. Как получится? Ну какие бы мне боль теперь? Пойди купи, попробуй за такую цену. За так почти. Ладно. Давай, сейчас еще пока это сделаю. Пусть пока готовится. Как бы то ни было, все равно. Не так, что прям сказать там, не отравишь, правильно? Все равно, что это? Ты что орешь-то вечно? А что ты орешь, доводишь ты вечно?
Какой довожу, чем? Ты что несешь уже, реально? Уже нервы не выдерживают. Ты что, снимаешь, что ли? Да. Кошмар. И к тебе это? Ты сегодня отдыхай. А вот я и хочу отдыхать. А, понятно. Я тебя снимать оставляю. Ты мне типа... Нет, я нет. Вместились. Подожди, я сейчас на паузу поставлю. Подожди. Я не знала, прости, пожалуйста. Да ладно. Сейчас. Чуть. Теперь понимаю. Все, не смей задерживать сейчас. Надо было сразу сказать. Да ладно. Сейчас, сердце. Сейчас мы посмотрим, что там. Какой ты хочешь мешалкой над этой? Да. Это... Я не понимаю, как ее. Подожди. А он еще не поджарился даже. Не торопись, не надо, не трясись, не торопись. Ничего страшного. Ты мне сейчас... Давай. Подожди. Блин, тарелку не приготовил. Все. Снять? Сейчас, подожди. 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 Давай. О. Ну, вот такие вот. Нормально. Ну, надо еще побольше нам пожарить. Ты что, руками? Тут ничего, тут надо... что ли? Есть поджарить, давай. Все, нет. Я думаю, достаточно. Да, ну да, достаточно. Ты что, руками-то? Я хочу отловить кусочек, чисто глянуть. Ты хочешь разрезать прям... А ты его есть потом будешь, чтобы он не пропал? Да. Хорошо. Не бери руками, на. Дай. Просто сейчас объелись, а так? Это картошка. Она просто жидкая. Ой, ничего вот, страшного. Стой. Тряпки, да какими тряпками. Вот. Я приподнял, тебе трудно, что ли? Вот. Ну, картошка жидкая, тесто вроде пропеклось. Ну и все, вот. А картошка, она сама по себе такая жидкая. Потому что она это. Такая. Ну все, давай. Пока. Ну все, пока.